Всем привет, мы на канале Дима Пояс, и сегодня я решил выпустить ролик про игру Kingdom Rush. Ну, давайте-ка начнем. Ладно, мне это не интересно все, и это не взломка. Если так открыть новую башню, казарма 4, то открыто. Так, значит, у нас тут открылись эти. Идут они будут отсюда, значит, мы делаем вот так. И все так. Значит, прикрыть отсюда. Вот. Так, ну и нам бы не помешало, что еще. Сюда, знаю, пойдет, значит, тут стрелы поставить. Есть как? Так, здесь можно так поставить. Ну, все, в принципе, можно начинать бой. Враги крепкие. Так, вот для этого ты не нужен. Положишь. Give me its heart.
Нет, пока что... Пора уже улучшать. Так, подъезжай, получается. Лучше товары за 110. Чисто хардкор. Чисто хардкор. Лучник теней. Еще и лучник теней. Так, да, есть что-то за 230, я тут хочу проверить это. Да. Они уже... понятно. То есть те, которые стоят, они вы... Они у вас вот такие остались. Понятно, батя, какой-то начал уже не... Тогда я пошла лучше, или как выглядит. А теперь хочу посмотреть, где это выглядит на башне Колдуна. Дальше у нас 240, а дальше я не представляю, как дорого будет. Гаргули опять. Я хреновесу. Против них обычные солдаты бесполезны. Против них стреляющие. Артиллерия, стрелка. Ага, дальше пишется стоит. А это типа прокачивание, улучшение, да. Так, дальше она вот такая вот выглядит. Ну, с этим важнейшим всё-таки разобрались. Дальше выглядит над вот это. Этого уровня. То есть от третьего не появляется но я знаю, что ваши лучники это лучников это логически такие лихлые а вы что будет посылать про понимаю ну жестко так 20 сюда сюда так дорого будет. Идет великанша, которого завалил. Ну, неплохая стратегия, судьба. Ха! Вот как. Да, ну пока что для этого ничего не появилось. Пока я начну ходить. Как-то
О, боже. Это такой колобур, блин. Колобур. Надо попрошиться. Прошу руку, будет пизду. 50. Это бесполезно, как сказать, попрошиться. Скажи, это что такое? Вижу такое. Идет пизду, пизду. Пизду, пизду. Отправить. Где-то на одну звезду пришел. Просто китайская. А, дикая кошка появилась. Во-во. Дальше я думал, что можно взять. Здесь за 150. Дальше можно здесь за 300 купить, как у меня даже 10 флойтов. Как это было плохо? Я плохо. Вот здесь я не выдержу, а здесь кепка у нас. Просто будет мешало купить. Уже и зарядка садится. Ладно, какой там процесс, я туда тебя беру. Ох, слава богу. Дальше идут, как обычные атаки у нас. Ну как и были, пока остаются. Абра-кадабра! Вот не то, что я сделал, что я для башни. На картину глядят. Это очень даже помогает. Вот, это даже хорошо помогает. Oh!
Знаешь, пошел типа босяра, что ли? Ну, Это пиздец какой-то. Да, Джаггернаута. Это был какой-то Джаггернаут, блядь. Ё-ё. Какой чертовски сложный уровень был-то. Шайтесь с бесконечными врагами и боритесь за лучший результат. Интересно, ну я пока это не интересует. Я пока буду 3 звезды копить, я пока улучшу это.
купить, я буду достроить эту штуку. Вот, вот эту штуку. Потом вот эту тут куплю и вот эту. Очень интересно что-то. Я бесконечно. А вот я представляю, что на сложном уровне сложности, если на легком так, значит на сложном еще труднее будет. Стрелков-то четвертого. Ага, теперь башня стрелков четвертого. Так, я понимаю, тут легче будет. If it bleeds, I can kill it. Oh, be careful. Give me a target. That's what I'm looking for. Ой, 10%. Надеюсь, что этот уровень полностью не буду играть. Ладно, я так-так потом продолжу. Видео я закончила. Да. Видео я выпущу канал, потому что только вырежу телефон. Шахта. Опа! Торгую. Отсюда туда. Ну, вот это странно. Окей. Мы испытаем. В принципе, неплохо.
Так как стал я все испробовал, я тут буду с актером еще что-то испробовать. Скоро, наверное, буду снимать квесты. Наверное. О, это хуёвая проблема, блин. Хотел, короче, на логике поставить свою картинку. Но, блин, хлеви я начал тупить. Я в тот раз вот скачал, чтобы файт Бай и Вектор. Чтобы у меня реклама вылезала, я его сбросил. Ни хера. А сброс просто так делать неохота. Когда будет начаться пауза, сброс на колец, он будет звать где-то экран сервера. Так я ничего не могу почти. Ну, пофиг. Так, по 250. Его расти. Зимние волки. Ну что ж, я думаю, что это дети какой-то. Блин, реально на дети похожи. Ага, разбили. Понесли это. Вот как. Пирожки, не пирожки. Как вас так? Так, я типа вдали на слайд. Вышло. Вышло, 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 скажи. Давай. Дальше снова буду подкупать улучшения. А, они сами пошли, ладно. Довольно очень стреляют, как сказать. Ага, только шли, великаши пошли. Как еще назвать великаши? Ладно. Да, кто думал, что я только не люблю честно играть, я люблю честно играть. Есть игры, которых просто нарывается долго скачать. Потому что что-то в игре сложно, как чтобы файтба. Ну что там, знаете, не люблю я время играть особо много в играх. Полностью вот это купила. Оборона такая неплохая. Я, в принципе, всегда такую ставлю. Я... Это барабан. Ладно, думать. Я не думаю, я действую. Так, 600 еще один тебе. Это было печально. Пошли, залегал больше всего. Шкафы.
Что-то попало. Блин. Ну так неплохо с этим стрелять-то. Опа. Опа. Опа, как? Опа, чё? Ой, я, в принципе, все наверное, поиграть. Ух ты, как они. Сулики, горгулики. Вот что я. Разлетались тут сосульки. Сосульки. Это такое желательно. Палу. Чисто попало. Пальчик. Это будет пал. Палатка. Опа, опа. Это жопа, жопа, опа, опа, опа. Жопа, 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 опа, опа, опа. Вот, просто все. Ну, почти просто. Так, полетели. Поколела борода. Да. О, да, нравится, нравится, конечно, но у меня больше рубас не дошло. Она может телепортироваться назад. Это понятно, тоже не потратил. Знаете, я так чисто поторапливаюсь. Так что зарядка идет. Хотя я сразу вожу на YouTube, потом поставлю зарядку. Зарядку, которую я буду страдать. Сейчас я посмотрю только на какую ближайшую мне кто хватит. Вот, в принципе. Я это покупала, покупала. 850 потом стал открыть новый герой. Итак, ну. А, ну лору, я учу. Ну, спасибо, удачи, всем пока.